хорош, спортсменчик! Теперь, когда ты здесь, и наши игры прерваны, уверен, фанаты с удовольствием бы надрали тебе жопу! Ну, наверное, он сказал это. Честно говоря, иногда приходится дополнять самому, потому что субтитры летят так быстро, что, ну, вы и сами знаете. У вас есть пауза, если что, друзья. Но я думаю, что смысл такой. Этот дед очень выпендрёжный. Наверняка он сказал что-то такое. Хей-хей, здорово, народ, какие дела? С вами Сергей Халье, вы смотрите канал Хелплей. Надеюсь, у вас отличное расположение духа и прекрасное настроение, потому что мы с вами сегодня возвращаемся в квадратоголовые приключения под названием Minecraft Story Mode. Эпизод 8, конец путешествия? Как бы спрашивают у нас разработчики, а возможно наоборот, лишь усиливают интригу данным вопросом. Ведь 8 эпизод — это финальный эпизод в данном сезоне. И будет ли следующий сезон, никто не имеет понятия. По крайней мере, на данный момент еще анонсов о продолжении не было. Так все же, конец это или не конец? Будут ли наши герои и дальше продолжать свои приключения, встречаясь с новыми опасностями? В любом случае, мы с вами скоро узнаем, когда его пройдем, и сами оценим вероятность продолжения. Ну а перед этим давайте поднимем наши бокалы и выпьем. Выпьем за то, чтобы это никогда не кончалось. Как и наша жизнь. Ну, наша жизнь, конечно же, в первую очередь. Было бы круто быть бессмертным. Но знаете, хитрожопо умереть перед концом света, чтобы не остаться одному на целой планете. Это хуже смерти. Ну, вы поняли мою мысль, да? Короче, было бы круто. Бро, чай! Я прям немножко глотнул, у меня просто кипяток. Вообще не остыл чаёк. Ну, а мы начинаем. В предыдущих сериях Minecraft Story Mode. Если эти строители в самом деле существуют, и тебе удалось найти их храм, значит, мы на шаг ближе. Это неожиданно! Понимаешь, вот об этом я и говорю. Мы застряли в яме, прошли через портал, долго спасались от смерти, чтобы вернуться к этому тупому коридору. Вымыть, ополоснуть, повторить, да? Было бы здорово, если бы тот, кто их сделал, оставил какие-нибудь знаки, вехи. Ты можешь звать меня Харпер. Твоя смелость впечатляет. Мне не терпится изучить эту сторону твоей личности, когда ты станешь полезным существом. Еще посмотрим. Нет. Что это? Это сердце из красного камня. Прекрасное. Она поможет вам найти путь домой. Как эта штука сможет это сделать? Ответы, которые вы ищете, атлас древних строителей. Путь домой. Все они наверху этой лестницы. Да, именно... Приключения? Именно здесь мы остановились, как вы помните. И... здесь и продолжаем. Сергей, сама логика. Ого, тут много ступенек. Вот на что способно сердце из красного камня. Потрясающе. Да, неплохо, правда? Так, давайте сердце из красного камня подобрать. Еще пригодится. После тебя. Ладно, ребята, не знаю, что нас там ждет, но главное для нас это держаться вместе, верно? Конечно, мы тебя прикроем, Джесси. Надеюсь. Ох, кажется, только вчера мы строили этот дворец. Да ты попросту любишь всякую загадочность, разве нет? Это похоже на то, что ты любишь. Что? Не знаю, о чем вы. Я просто стараюсь не слишком часто вспоминать об этом месте. Сказать по правде, я и не думала, что вернусь. Вау, а выглядит круто. Я сказал, выглядит. Так, ну ведь, значит, там это здорово, что теперь скрываешь. Так, что теперь от нас скрываешь, Харпер? Ничего, ничего. Ну, почти ничего. Просто другие могут быть не совсем рады меня видеть. Другим? Ты хочешь сказать, что есть еще другие древние строители? Да, но должна вас предупредить, они не такие дружелюбные, как я. Пожалуй, из всех древних строителей я самая добрая.
Социальная политика древних строителей. Ох, если ты добрейший из древних строителей, то каковы же все остальные? Эй, это было лишнее, я же пытаюсь помочь, помнишь? Ну ты отдашь нам Атлас, и мы сможем вернуться домой, так? Ну, как бы, Атлас не то чтобы совсем мой, он принадлежит другим древним строителям. Начинается. И не исключено, что они не захотят его отдавать. В смысле не захотят? Я не сомневаюсь, что мы что-нибудь придумаем. Договоримся с ними, да? Ну да, они обожают совершать сделки. Что ж, увидишь на месте. Джесси, иди-ка сюда. Ты точно знаешь, что Харпер можно доверять? Все было... Нет, мне определенно кажется, что она что-то скрывает, но если мы хотим попасть домой, нам нужна ее помощь. Соглашусь. Не волнуйся, хорошо, мы заберем Атлас и попадем домой. Жаль, что ты так считаешь, Джесси. Извини, когда есть что подслушать. Не могу удержаться, клянусь вам обоим, я пытаюсь помочь. Просто ступай этим путем. Дверь? То есть, вроде как обычная дверь. Пора войти и все выяснить. Ой, Харпер, сказать, что ты задолбала, это ничего не сказать. Ох, как ярко. Прежде чем ты туда отправишься, хочу дать тебе пару советов. Не умирай. Что? Да, и после этого мы можем ей доверять. Замечательно. Именно таких союзников мне не хватало. Давай, Нелли, я пытаюсь, Эм. Что? Что за... Это какая-то арена игра. Так, и что у нас тут? Похоже, что в игру вступили новые участники. Что в этом особенного? Что бы вы ни делали, не стойте слишком долго. Эти большие, крепкие ребята, похоже, нацелились на нас. Погодите, я понял, что мне это напоминает. Сплив. Будь здоров. Нет, это игра, ты должен выбить землю из-под ног других участников и сделать так, чтобы, видимо, самому не провалиться. Я не уверен, можно ли бы это делать. Было ли это... Он умер? А это был единственный частый товарищ по моей команде или что-то такое? Мы его убили, типа, ей? Ой, Кокорок что-то уронил! ТНТ! Дом 2! Ха-ха-ха, ну то есть Энди. Похоже, что капитан зеленый. Джесси, Джесси, помоги! Немного помощи! Джесси, давайте Петри мы с ней отношения строим. Я помогу Петри, вытаскивай Айвора. Я хочу закадрить Петру, понимаете? Ух ты, отлично, Джесси, пронесло. Я хочу любовных отношений под конец истории. В смысле? Что? Не может быть! Ух ты, ничего себе, у меня дубль! Нет! Нет, но они стопудово не погибли. Эй, постой, дружок, ты неправильно понимаешь, что ты делаешь! Использовать оружие против правил! Каких таких правил? Это не круто, приятель, очень не круто! Слэп раннин, повторяю, слэп раннин! Остановите матч! Со времен Тима мы не видели такой напряженной игры. Это ведь совершенно против правил, так? Да, не думаю, что от TNT можно бросать назад гладиаторов. Неплохо, бро. Да кем ты себя возомнил? Хорошо, никто из вас не отвечает за то, что здесь творится. Значит, вы все спятили. Ваш разум захвачен или что? Эй, погоди, чувак, я не виноват, это они. Да, мы здесь за все отвечаем. И нам никогда не приходилось останавливать матчи из-за такого говна. Это очень странно, Мави. Я желаю услышать объяснение немедленно. Ну да, строят они круто. Так. Мои друзья мертвы, вы убили их. Стой!
смысле, стой, и поэтому ты разрушаешь наши игры? Да давай же, ну же, ну ты посредственность. Набрасываешься на нас только потому, что твои друзья выбыли. Поведение жалкого неудачника, не думаешь так, спортсменка? Это неотъемлемая часть игры. Ладно, скажите мне прямо, что это за игры, о которых вы все говорите? Думаю, если бы мы все просто успокоимся, то я смогу объяснить, твои друзья не умерли. Постой, что? Как? Когда игроки выбывают из игр, они не умирают. Это было бы расточительством! Да, верно, они возвращаются, а потом мы отправляем их работать в шахты. Джесси! Твои друзья живы и здоровы. Это просто игра. Отпустите моих друзей. Прости, спортсменчик, но они выбыли. Таковы правила. Это называется возрождение, чемпион. Мы не чудовища. Когда кто-то умирает в наших играх, он возвращается в зонах возрождения. Хотя я слышала, что это очень болезненно. Что ж, спортсменчик, теперь, когда ты здесь, и наши игры прерваны, уверен, фанаты с удовольствием бы надрали тебе жопу! Ну, наверное, он сказал это. Честно говоря, иногда приходится дополнять самому, потому что субтитры летят так быстро, что, ну, вы и сами знаете. У вас есть пауза, если что, друзья. Но я думаю, что смысл такой. Этот дед очень выпендрёжный. Наверняка он сказал что-то такое. Мы из другого мира. Да, козявка, вы и все остальные, знаешь, что ты, чемпион. Ты просто маленький незваный гость. А что мы делаем с незваными гостями? Убиваем их и посылаем в шахты. Назад, здоровяк. Джесси, со мной! Что ж, если бы не Харпер... Должен сказать, это возвращение довольно неожиданное. Кому ты рассказываешь, я здесь ради Джесси? О, правда? Так скажи мне, чемпион, почему ты думаешь, Харпер привела тебя сюда? Ставлю на домашнее животное, это было бы очень мило, правда? Мы пришли за Атласом. Я хочу, чтобы вы отдали его. Чтобы я и мои друзья могли попасть домой. Прямо и сразу к делу. Мне бы это понравилось, если бы я сейчас не кипел от еле сдерживаемой ярости. Мы, конечно, ничего из этого делать не будем, но так хочется попробовать. Это все хорошо и здорово, но я в недоумении. Зачем нам отдавать что-либо кому-то вроде вас? Вас не приглашали. Потому что у меня есть кое-что, что нужно вам, а? Должно быть, он шутит, Адриан. Шутит. О, шутки! Ага, смешно! Нет, не шучу. Я сомневаюсь, что у тебя есть что-нибудь, что заинтересует нас. А как вам это? Отправьте их в шахту. Так, выберите предмет с помощью колесика. Не, ну, понятное дело. Либо сердце из красного камня, либо кремень кресла. Давайте сердце попробуем. Как насчет этого? Я представляю... Сердце из красного камня! Похоже, только вчера кто-то забрал это и пообещал никогда с этим не возвращаться! Ах, ну я вернулась, вернула ее. Это же... Эта штука не игрушка. Как насчет того, чтобы просто отдать ее, а? О, теперь-то вы заинтересовались. Тебе определенно удалось заполучить мое внимание, да? Вот как мы поступим. Ты отдашь мне сердце, ты и твои друзья отправляетесь назад, и в эти порталы я никогда больше не увижу твое никчемное лицо. Подожди, без Атласа? Ну как мы попадем домой? О, это не моя проблема. Очевидно, ситуация выходит из-под контроля. Давайте начнем с чистого листа и посмотрим, сможем ли мы найти общий интерес. Ладно, ладно, хорошо. Я всегда ценю, когда кто-то пытается быть благоразумным. Что ж, тебе нужен Атлас. А мне нужны участники. После вашего неожиданного появления, похоже, что моя команда в меньшинстве. А как вам такое? Вы играете в игры, если победите. Атлас ваш. Это хорошая сделка, Джесси.
everyone enjoys these games. Я все еще тебе не доверяю. Не волнуйся, Джесси, когда правило устанавливается, мы следим за его исполнением. Верно, Адриан? Ну да, Отто большой любитель правил. Отлично, полагаю, теперь мы можем внести это в официальное соглашение. О, да хватит, составь его в свое свободное время. Но есть еще кое-что, чего я хочу. Если они проиграют, Харпер, ты тоже отправишься в шахты. О, гравий. Харпер, хочешь проявить дружелюбие и показать нашим новым участникам, где они остановятся? Конечно. Какой неприятный старикан. Джесси, этого не было в плане. Так, давайте еще раз. Харпер, насколько все будет плохо, скажи мне прямо. Легко и просто не выйдет, это точно. Адриан заставляет людей играть в игры просто ради собственного удовольствия. Да, похоже, что он серьезная угроза. Мне жаль, ясно, мне правда жаль. Давайте я покажу, где находится деревня участников. Ну, в общем-то, она не раскалывается до конца, сколько бы я ее раз не спрашивал. О том, что скажи правду, Харпер. Хватит бить баклуши на ватруши. Давай уже признавайся, сукиный ты сын. Было время, когда участники прибывали к нам отовсюду, чтобы попасть на игры, пока другие все не разрушили. Что случилось? Власть вскружила голову Адриану и Мевии. Они стали натравливать людей друг против друга ради интереса, насильно удерживая их здесь. Это неправильно. Давайте я покажу, где вы можете отдохнуть. Ну вот и она, деревня участников. Что-то вроде дома вдали от дома для всех, кто участвует в играх. Но тут вроде бы неплохо. А чё жаловаться-то? Постой, все эти люди участники? Да. По какой-то мере те, кто не застрял на работе в кварцевых шахтах, эти бедняги просто ждут своего следующего шанса. Работать в шахтах тяжело. Ох, это просто ужасно. Я знаю. Мир лопат, надпись на табличке. Кухня хвата. Они не заключили сделку, подобную твоей, Джесси. Они застряли здесь до тех пор, пока... Ла-ла-ла-ла-ла. И что, если они проиграют? Адриан отправит их работать в шахты. Если им повезет, они получат еще один шанс попасть в игры. Но на это требуется время. Я собираюсь поговорить с Отто. Я давно знаю его, и обычно он самый рассудительный из всех троих. Подожди. Мы все еще не нашли Лукаса и Айвора. Я думаю, что Адриан послал их через портал в шахты. Что вообще-то против правил. Никого не отправляют туда, пока не выбыла вся команда. Что ж, тогда мы должны вытащить их оттуда. Посмотри, что здесь можно сделать. Я постараюсь найти Отто. Я уверена в тебе, Джесси. Ты можешь выбраться отсюда. Хоть на этом спасибо. Хотя бы уверена во мне. Нам нужно вытащить наших друзей из шахт. Пойду спрошу у других участников. Что ж, мы тоже займемся с вами делом и не будем сидеть сложа руки, как говорится. Очень большая территория, просто прям невероятно большая. Давайте поговорим. Так, фанатская лавка, взглянуть. Ого, похоже, все здесь любят этого Тима. Видимо, какая-то звезда, крепкий товарищ. Ты большой фанат Тима? Забудь, неважно. Хоть странный парень. Привет, Джесси. Как с поисками дороги? Нормально. Здорово. Знаешь, на самом деле это место могло бы быть потрясным, если бы не вся эта история с против их воли. В смысле, этот сплив был потрясающим, но... Ни за что. Пока древние строители все контролируют, это место невыносимо. Да, наверное. Давай будем продолжать искать Айвора и Лукаса. Соглашусь. Так, ну, рад, что на этом мы сошлись. А женщиной очень трудно сойтись, друзья.
Так, здесь лежит платформа, на которую Тим ступил, когда победил в этих великих играх. Ну, это я уже прочитал. Надеюсь, я скоро буду стоять здесь. Кто такой Тим? Не знаю, надеюсь, он хороший парень. Ого, они очень сосредоточены, похоже, они и правда хотят выиграть. Еще бы. От этого многое зависит. О, мир лопат, неплохо. Эй! Убирайся отсюда! Или я надену эту вывеску тебе на голову! Так здорово, что в деревне появились новые участники! Хорошо, что для нас, гладиаторов, подоспело свежее мясо! Что именно ты здесь делаешь? Когда я не на арене, в качестве гладиатора я выдаю дневные пайки и охраняю еду, чтобы никто ничего не украл. Ты видела моих друзей? Ну, тех, кто выбыл в сплифе. Нет. Ну, если бы я мог, я бы вынес их снова. Так это парень или баба, я понять не могу. Говорит, как мужик. Ох, неужели опять баг перевода? Блин, почему все здесь такие странные? Возможно, потому что нас поместили в вечный круг разрушения. Хотя это просто предположение. Хорошо, я ухожу. Пока, с удовольствием убью тебя снова. Очень дружелюбно. Простите. Ого, грубо. Насруем в тапки, пока они не видят. Что за... Господи, какой он мудак. Эти доспехи просто прелесть. Не такая большая прелесть, как мои, впрочем. Эй, это же дневник Лукаса. Ты что-то говоришь? Я тут читать пытаюсь. Эй, где ты взял ту книгу, которую читаешь? Эту! Нашел среди вещей в инвентаре Возрожденца после того, как он... Там есть истории про приключения, чувства и другую глупую фигню. Эй, погоди-ка минутку, ты это та козявка, что выбила меня из моей башни. Да, и это принадлежит твоему маленькому белобрысому приятелю. Да я угадаю, ты хочешь вернуть ее? Потому что вообще-то она мне нравится, здесь есть разные захватывающие истории. И мне нравится читать медленно, чтобы лучше их усвоить. Эй, не горячись, может быть, мы сможем договориться. Я непоколебимый слэб! О, мы можем договориться, если ты сделаешь все, что я скажу, когда я скажу. И не будешь снова меня злить. Возможно, я подумаю о том, чтобы отдать тебе эту глупую книгу. Не видишь, что я пытаюсь читать? Тихо! Прости. Общая спальня. Ого, эй, это было настоящее безумие в экстремальном сплифе, достойное. Не так хорошо, как у Тима, но достойно. Могу сказать, что это очень много. Так, тебе, дай так вот. Итак, тебе доводилось встречать Тима? Мне встретить Тима? О, хотелось бы. Открою тебе тайну. Мы все просто пытаемся быть как Тим. Он идеален. Хорошо, тогда не буду вам мешать. Тим идеален, Тим хорош, Тим такой, Тим сякой. Впечатляет. Ничего не впечатляет. Привет. Из-за тебя выбыл ценный член моей команды. Я с трудом смогу пройти следующий раунд. Эй, без обид, у меня не было представления, во что мы ввязались. Давай просто забудем об этом. Нет, я выбью тебя в следующем раунде и заставлю страдать. Я с удовольствием посмотрю на это. В следующем раунде, если я достану тебя, то один из гладиаторов... Если не я достану тебя, то один из гладиаторов. Ты недолго здесь. Понятно, и многого не знаешь. Удачи, Эм. Я знаю, что победит сильнейший. В самом деле, сильнейший прямо перед тобой.
Мне тебя даже жаль. Большинство из нас находится здесь против своей воли. Но тебя обманули, и ты здесь добровольно. Этот древний строитель должен был сказать тебе, что в этих играх невозможно победить. Тим? Похоже, Тим победил. Да, Тим. Ну что ж, удачи с возвращением домой. Деревянные доски, прочные. Блин, офигеть, так можно победить или нет? Ух ты, это ты! Из экстремального сплифа твое выступление было типа потрясным, Янел! Я супер извиняюсь за твоего друга, ты, наверное, злишься. Особенно, когда не понимаешь, что происходит. Кстати, о моих друзьях, они тебе не попадались? Нет, прости, скорее всего, они в шахтах. И это еще... плохая карма. Плохая карма. Я никогда больше не сделаю такого с твоими друзьями, потому что, блин, я не хочу с тобой ссориться. Хочу сказать, если ты будешь и дальше типа так играть, то станешь как Тим. Тим, типа, победил, как и ты, возможно. Люди уже, типа, начинают говорить об этом. Они говорят разные вещи. Это может быть немного неудобно или нет, это круто. Верно, я тоже собираюсь победить в играх. Точно, точно. Только не говори никому, ладно? Предпочту быть в твоей команде, капитан зеленой команды. Она, типа, она не такая. Крутая. Слушай, я чувствую себя супер плохо из-за того, что вынес твоего друга. Я у тебя в долгу, поэтому если тебе что-то понадобится, просто приходи и попроси, ладно? Так, ну, например, секс, пару ватрушек и ночлег. Привет, Джесси, могу я тебе как-то помочь? О, привет, ты знаешь, где нижний портал? Ага, это прямо туда. Это все? А, ну и понятненько. Ага, вот и наш нижний портал. Привет. Ты не говорить привет! Ты мошенник, который взорвал моего друга Слэбока и Охарака! Не люблю мошенников! Не трать воздух Охарака, стоя здесь! Эй, а что ты здесь делаешь? Окорок крушит черепа и думает о том, чтобы крушить еще больше черепов, когда у Окорока будет время! Ты знаешь, где мои друзья? В шахтах, да! И они никуда не пойдут, они не в смену Окорока! Пожалуйста, что я могу сделать, чтобы освободить их? Ну, кстати, раз уж ты об этом... Охарок выкладывался в тренажерном зале и пропустил обед. Охарок голоден, сделай что-нибудь с этим, и Охарок подумает о том, чтобы освободить твоих друзей. Так, понятно. Хорошо, так а еще могу поговорить с тобой? Пока у тебя не будет еды и не будет с тобой, я не буду с тобой разговаривать, понятно. Ну, еду мы знаем, где достать, вопрос только как. Давай поговорим, когда найдем Лукаса и Айвора. Звучит отлично. Так, хорошо, пойдемте попытаемся достать еды. У нас, типа, нет выбора и все такое. А, это снова ты! Хочу заставить тебя страдать, уходи, или я тебя уничтожу! Могу ли я получить немного этого хлеба для вон того парня? Серьезно, я на это не куплюсь, никакого хлеба до обеда! Убирайся отсюда, пока я не сделал из тебя обед! У кого-нибудь есть еда, которую я могу одолжить, ну или взять? Полагаю, надо поспрашивать. Снова! Опять! Черт! Может быть, у того парня, который обещал нам, то есть у девчонки.
которая сказала, что обращайся, там, все дела, да, Нел. То есть она, он, черт его разберешь. Привет, Джесси! Могу я тебе как-то помочь? Ну, вообще-то я пытаюсь подкупить этого стражника Окорока. И он голоден. Ну, если у тебя было бы зерно, можно было бы с тобой поделиться. К сожалению, у меня нет тайника, и без просьбы я бы не одолжила немного. Если бы у меня, вернее, было немного зерна, она сказала. Подмигивает. А, понятно. Ну же, быстрее, пока нас никто не увидел. Ну хорошо, пойдем в тайник. Невероятно незаметная. Уж так не мудрено и потерять тебя из виду. Продолжай, этого должно быть достаточно для твоего хлеба. Все это? Конечно, бро, она снова вырастет. Просто оставь семена, лады. Один. А вот и другой. Классно. И все это должно скоро вырасти. Круто! Вроде бы этого будет достаточно для эпичной буханки. В смысле, хлеба. Надеюсь, хлеба будет достаточно, чтобы заставить этого окорока помочь. Точняк. Впрочем, они не дадут нам воспользоваться верстаками. Стой, я видел несколько досок около додзе. Ага. Спасибо, Нел. Не вопрос, всегда пожалуйста, увидимся позже, лады. Так, ладно, пойдемте там. Ткнем. Ткнем дерево. Поехали. Вот, должно хватить для стола. Добрая работа. Надо приготовить немного еды. Так. Опа. Ну, давай, чё ты? Так и так. Бум. Та-дам, хлеб! Теперь я могу вернуть друзей. Так, ну что ж, пойдемте. Надеюсь, ему понравится это. Привет. Что ты знаешь о древних строителях, которые заправляют этим местом? Ну, первое, они ненавидят, когда их называют древними строителями. Второе, они боссы Окорока. Эй, Окорок, у меня есть для тебя хлеб. Хлеб? Да, не торт, но Окорок хочет есть. Он такой теплый. Пожалуйста, ты освободишь моих друзей. Окорок ценит вежливость, погоди. Эй, привет, Петра. Эй, рада видеть, что ты разобрался с этим нижним порталом. Лукас и Эвер скоро должны быть здесь. Один из этих огромных парней должен их привести. Здорово, здорово. Похоже, что мы держим в конечном итоге ситуацию под контролем, видимо. Что-нибудь типа того она сказала. В общем, все, что я хочу сказать, это спасибо. Там еще был какой-то текст про Паму, я не обратил внимания. Это был мой долг. Ну, я ценю это. Радуюсь, что ты здесь со мной, Петра. Меня тоже. Вот, уходи, возрождайся! Джесси, ох, как я рад тебя видеть. Тебя тоже, Лукас. И Айвор. Айвор. Что это на тебе надето? Да. Замолчи, мой наряд чудесно дышит. Ну ладно, что там происходит у вас? Случаем? Случайно нет наших вещей? Он волнуется о своем дневнике. Я работаю над этим, это непросто. Что ж, не надо, чтобы не ходить вокруг да около, во что нас тянуло? Харпер. Так.
Пока мы вместе, все будет хорошо. Мы либо получим атласы и отправимся домой, или застрянем здесь внизу вместе навсегда. Это не очень обнадеживает Джесси. Эй, Джесси, нам нужно поговорить! Здесь очень плохо, Джесси. Они ничего не делают, чтобы убрать свинтусов, так? Лукас, мне жаль, мы не можем просто уйти. Мы заключили сделку. Нам нужно будет участвовать еще в двух играх. Надеюсь, мы сможем быстро с этим разобраться. Судя по всему, этот парень Тим победил у них. Он то, о ком все говорят в шахтах. Похоже, что он победил в играх давным-давно и отправился домой со всей своей командой. Говорят, что он был ростом в 3 блока и что он перенес на себе всю команду через финишную черту. Да, очень сомнительно. Что ж, теперь вы освобождены из шахты, и если верить Харпер, вы можете остаться в деревне, пока вся наша команда не выбыла. Верно? Твои друзья не должны были отправиться в шахты. Я приношу свои искренние извинения по этому поводу. Джесси, это Отто. Значит, ты нам поможешь? Что ж, во всяком случае, я буду следить за соблюдением правил, если это поможет. Без правил не будет игр. Харпер рассказала мне о тебе. Из того, что я услышал, я под впечатлением. Думаю, ты вполне можешь победить. И на самом деле, ты самое невероятное, что случалось здесь за долгое время. Настоящая темная лошадка. Думаю, в действительности ты станешь настоящим Тимом. Да, настоящим Тимом. Настоящим, в смысле... То, как бы то ни было, пока вы не жульничаете. Жульничаем? О, не-не-не-не-не-не, это совершенно недопустимо, по крайней мере, пока я рядом. На самом деле, я собираюсь лично проследить за тем, что Адриан... чтобы Адриан соблюдал правила, вот увидишь. Я рассчитываю на тебя, просто не разочаруй меня. Настоящим Тимом, как будто бы Тим — это легенда, чтобы все верили. Кто знает, кто-то занимается им целую вечность. По крайней мере, он, похоже, заинтересован. Как бы то ни было, спальня вот там. У тебя завтра трудный день, Джесси. Звучит потрясающе. Не могу дождаться, чтобы присесть хоть на минутку. А утром я выиграю и вытащу нас отсюда. Но что-то мне кажется, все это так просто не будет. Интересно, какой будет следующая игра? Надеюсь, ничего смертельного. Извини, но я не могу серьезно воспринимать тебя в таком виде. Он дышит. Замечательно. Как скажешь, Шайвор. Друзья, мы с вами сохранимся прямо перед следующими играми. Что ж, эпизод начинается интересно, как и вот эти вот последние 3 эпизода, вот этот третий. То есть последний блок эпизодов, которые они выпустили дополнительные, это 6, 7 и 8. Они реально крутые и начинаются очень-очень даже неплохо. Посмотрим, что будет в будущем, и, видимо, будет жесткий экшен, я так понимаю. В любом случае, надеюсь, вам понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, добавляйтесь в друзьяшки ВКонтакте. Есть группа ВКонтакте, группа в Стиме, канал на Твиче и 2-й канал на Ютубе, где выкладываются записи трансляций. С вами был Сергей Халье. Всего вам самого наилучшего. Не хворайте, не болейте. Всем пока. Так, мы здесь видим граффити. Кто-то нарисовал на стене рисунок вроде человека. Вроде человека. Вопрос. Обычное белое полотенце без изысков. Здешним жильцам действительно нравятся белые полотенца. Похоже, я в городе весьма разросшимся. О, боже, Джерри самый разумный, почему его никто не любит? У него, кстати, по-моему, сопля из носа. А, нет, это он так стоит. Он стоит так на зеленом фоне. Пощади. Так, действие, Джерри. А если оценим его?